Сегодня у меня на ужин, дорогие мои, барабулька жареная. Здесь она в Турции называется барбуля. Вот, барбуля. Вот. Ну, самая дешевая рыба, она 15 лир. Сегодня мои друзья купили, я на них посмотрел и не выдержал, тоже это самое купил. Вот. Она с икорочкой, очень хорошая на ужин. Вот. Ну, естественно, с остатками салата. И я обязательно барабулечку жареную. Вот так лимончиком, вот так орошаю, вот так вот. И она прекрасный вкус приобретает. Вот. Вот смотрите, прелесть. Барабулька жареная. Здесь, когда будете в Турции, вот барбуля, барбуле. И все, они знают. Это очень дешевая рыба, 10-15 лир килограмм. Вот с таким хлебчиком и остатком вот этого салата. Вот. И, ну, естественно, фруктиками. Вот такой скромненький ужин во время карантина. Барабулька жареная. Прошу любить и жаловать. Это тоже один из моих блюд. Вот. Сотни, тысячи блюд, которых я знаю, которых я вам еще покажу. Вот. Очень вкусно. Рекомендую. Барабулька. Вот. Она черноморская. Вот. Вкуснятенько, вкуснятенько. Это я вам рекомендую. И полезно для организма. Вот. Всех вам благ. Доброго вечера, дорогие мои. Пока-пока.